Друзья, сегодня я подготовила для вас несколько стильных образов на осень 2020. Все эти образы можно носить каждый день. Ссылки на вещи оставлю внизу под видео, и вам желаю приятного просмотра. Первый мой образ получился таким total Zara луком, потому что и ботинки, и леггинсы, и водолазка, все это из Zara. Мне очень понравилось сочетание цветов водолазки изумрудного цвета и моей сумки бордового цвета, которую я нашла, кстати говоря, в секонд-хенде. Такая форма сейчас очень актуальна и в тренде, поскольку она маленькая, ее можно носить на плече. Она очень здорово разбавляет этот образ, и особенно мне понравилось добавлять сюда свой тренч из эко-кожи, также из Zara. И несмотря на то, что в этом образе есть две вещи из эко-кожи, смотрится это достаточно органично за счет того, что у тренча есть такой вырез, в котором видна водолазка, и такой образ смотрится стильно, и при этом он очень практичен. Первый образ получился совершенно противоположным, и сюда я добавила мини-юбку, которая будет вне времени, мне кажется. Обычную черную водолазку, ботфорты от New Look, сумка от Vera Pella и куртка от Cotton. Мне здесь очень нравится сочетание цветов, приглушенный черный и белое с красным. И в этом случае сумка является таким акцентным элементом, который придает какую-то изюминку этому образу. Этот образ является одним из моих самых любимых, потому что, ну, это Total Black, вы знаете, как я люблю этот цвет. Чтобы осенью не было холодно, я надела сверху кашемировый джемпер и пиджак от Lily Silk. Внизу у меня классические кюлоты, и из обуви я оставила свои ботфорты от New Look. А в этом образе ключевое просто значение имеют аксессуары, такие как массивная цепь, которая очень актуальна в этом сезоне. Ну и, конечно же, сумка, которая стала просто одной из моих самых любимых. Ее мне любезно прислал бренд Милцкарта. Просто в эту сумку помещается вообще все, что мне только нужно в моей нормальной жизни. Качество у нее, друзья, правда, я была приятно удивлена, потому что первый раз, когда я взяла ее в руки, вот сумка была настолько приятная на ощупь. К слову говоря, у бренда действует гарантия 12 месяцев на все кожаные изделия, представляете? Я уже молчу про такие приятные детали, как упаковка и фирменные пыльники. И в следующем образе я хотела показать вам другую сумку, дорожную сумку от Милцкарта, которую, если вы смотрите меня в инстаграме, то знаете, насколько она мне выручала в последний месяц, потому что ни одной съемки и путешествия просто не проходило без ее участия, и она настолько стильная, что она прям притягивает взгляды, и мне очень часто спрашивают, откуда у тебя сумка. Ну и с Милцкарта мы подготовили для вас скидку в 10% на все их изделия на сайте. Скидку оставлю здесь, и также полезные ссылки и ссылки на мои сумки вы найдете внизу под видео. Еще классными находками на эту осень стали вот такие очки из H&M. Некоторые думают, что это Селин, но нет, друзья, это H&M. И в Заре я нашла вот такую панамку Боб черного цвета. Она из синтепона и очень здорово спасает меня в дождь. В этом образе я оставила леггинсы и ботинки от Zara, добавила такой деконструктивный свитер от Diesel и сумку болотного цвета от Lollipop. Мне очень понравилось сочетать здесь кольцо от Podmark, и в этом образе для придания большей завершенности я собрала волосы вверх. Добавила свое шерстяное пальто, которое когда-то нашла в секонд-хенде в Абакане. Я ее, кстати, ушивала у портного. И в этом образе мне очень нравится сочетание такого серого и болотного цвета сумки. Наверное, один из самых женственных образов, который у меня сегодня получился, это вот такое сочетание платья, свитера, ботфортов. Кстати, очень нравится такой прием, когда платье либо юбка закрывают сапоги. Сверху я оставила куртку от NAFNAF, сумку Милцкарта, с которой вы уже знакомы. Что касается платья, то это SL Ira и свитер из H&M.
А этот образ, мне кажется, придется по душе, ну, далеко не всем, однако мне он очень нравится. Реализацию этого образа задает как раз кепка из кос. Если вы не знаете, как правильно носить кепку и надевать капюшон, если у вас длинные волосы, то я просто их заправляю вниз, надеваю капюшон, и все, волосы не мешают мне. Сумка здесь Prada, которую я нашла в секонд-хенде. Кольцо золотого цвета перекликается с фурнитурой. Ну и все, такой образ получился очень casual, и я в нем запросто могу гулять часа три точно. Мне будет очень приятно, если вы напишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. Буду ждать вас на канале и в Инстаграме. Крепко обнимаю, и скоро увидимся.